Киеве открылась выставка тюльпанов. На певческом поле высадили 3000 цветков, привезенных из Голландии. Высаживать начали в октябре. Они успели укорениться, перезимовали, и сегодня у нас такая красота. 10 районов Киева представили свои цветочные композиции в виде петряковской росписи. Из 22 видов тюльпанов есть и диковинные. Очень нравятся такие вот цвета двухцветные. Допустим, розовый с фиолетовым или красный с желтым. И очень понравилось то, что они выложены узорами. Кажется, что это как ковер из цветов. Это на самом деле не цветы растут, а ковер. Выставка будет работать 2 недели. NTD, Киев, Украина.